как застрял. Вот так глянь, он сам, он вообще нырнул. Тут надо, наверное, засыпать. Пол колеса ушло. Нормально так. Да, мы тут явно не вытащим вручную вообще никак. Капец. Тут какая-то яма стрёмная, мне кажется. Вот, смотри. Ага, ушла земля. О. Тут, может, надо поставить фишки, может, чтобы люди не заезжали сюда принести. 3000 за 20. Да. Капец. В общем, даже трактором не получается. Вперед. Да, конечно, она стоит, упорлась мордой. Так, решили сзади тянуть. Я отошла подальше. Стрёмно как-то. Никак не идет. Еще одна попытка вытянуть. Утяжелили трактор человеческой силой. Давай. Дым. Задымили. В общем, сзади не смогли, опять пробуют спереди. Трактор, вот видите, буксовал, бедный буксовал всеми колесами. И ничего не получилось, машина только глубже окопалась. Пробует поближе приподнять. Все провалится. Ты не это, не пугай, трактор нужен. А что там пугать, если он встал, он уже вот пошел, вот земля трескается, он проваливается. Вот. Давай, 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 давай. Ходим. Окопалась машинка. Прямо закопалась в землю. Капец. Антон утяжеляет трактор. Пытаются вынять. Трактор, как лошадь, становится на свечку. Пробует еще разочек. А Грей у нас издалека наблюдает. Правильно, подальше. Леха наблюдает. Чтобы никому не мешать. Еще одна проба. Пошла, пошла, пошла. Пошла, пошла. Да, давайте, давайте, давайте. Давайте, 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 пламенька. Нет, 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 это не вот. Да, отлично. Ура. Леха нос днес доску, развернулся, пошел обратно. Короче, остались такие ямы, и закапывать надо. Это какой-то кошмар, накопали нам тут. Ямки накопали нам. Антон, ямки нам накопали. Ну вот, собственно, я дотащила фишечки, поставила фишечки, чтобы народ, не проезжающие машины по дороге, не попали в эти ямки. Потому что между фишечками тоже можно провалиться, и чуть выше можно провалиться. Как-то так.